Всем привет! Вот такая вот заготовка, такая вот болванка получилась, тело льва. И давайте в этом видео разберемся, как сделать голову, где ее взять или как ее вылепить именно с нуля. Первый способ рассмотрим, это передел. Откроем лифтбокс, откроем тулы и откроем вот эту собаку, док. Вот с этой собаки уже можно сделать льва. Не делать самому, допустим, вот лапы, вот как мы делали в прошлом видео. Просто нужно переделать. Включаем Morph Topology, включаем симметрию. И вот, в принципе, можно вот уже переделывать под льва вот эту собаку. Голову можно вот так вот взять, повернуть. С помощью ротации, с помощью мов вот так ее подкорректировать. Вот таким образом. Снять выделение и уже с этим работать. Можно вот так и сделать побольше. Здесь вот поднять. Здесь где-то отвести. Лапы сделать чуть-чуть поменьше. Зад чуть-чуть приподнять. В принципе, вот основа, с которой можно уже делать готового льва. Вот так вот. Ну, давайте разберемся по голове. Обрежем давайте голову. Прибавим дивайдов. Замаскируем вот так вот это дело. Назначим одну полигруппу и вот эту голову заберем просто. Сделаем в геометрии Fill Hidden. Уберем дивайды и делаем Fill Hidden. Можно сделать еще Close Holes. Закрыть вот эту вот часть и назначить одну полигруппу. Ну что, давайте смотреть, что может дать нам вот эта голова для изготовления головы льва. Так, симметрия у нас включена. И погнали, делаем побольше draw size. И уже будем тут моделировать. Переделать можно вот так вот уши. Вот таким вот образом. Ну и прибавим теперь вот эти вот бока. Вот так вот. Чуть-чуть прибавим череп. Чуть-чуть отведем вот эти вот нижние части. Вот так вот. Поднимем. Эту часть можно чуть-чуть уменьшить вот так вот. Голову сделать пошире. Вот так вот. Уши можно вот так вот замаскировать. Что это?
и немножко их вот так вот кое-где почистить, чтобы более-менее четкие были. Делаем Ctrl-I и с помощью ротации давайте их просто перевернем. Вот так вот и с помощью MOV так подкорректируем. Так, ну теперь давайте возьмем приблизительно какую-нибудь голову и уже по ней все это дело будем переделывать. Откроем текстуры и посмотрим, что у нас тут есть. Вот такая голова есть, и вот с нее сейчас будем что-нибудь ваять. Уберем ее немножко в бок, вот так вот. Z отключим круг, пальцем вытянем голову чуть в бок и погнали вот так ее дорабатывать. Сначала посмотрим, что у нас тут с полигруппой. Ну и потихоньку вот это можно дело замаскировать, челюсть. Включим Clay Beardep и погнали моделировать. Вот эту часть вот поднимем повыше, включим Topology и вот так вот ее приподнимем. Сделаем Ctrl-I. Вот эти части еще чуть-чуть замаскируем. И попробуем вот эту часть вот так немножко покрутить и с помощью MOV вот так вот подкорректировать. Зацепили дофига. Но это не проблема. Так, и давайте теперь вот это все углубим. Включим
стандартную кисть, ZSAP включим и Draw Size вот так вот поставим. Так, и сделаем Zero Mesh. Или давайте сделаем DynaMesh. Так, сделаем. Давайте сделаем дубликат. Вот так вот. Отключим и сделаем Zero Mesh. Так, и вот это все спроецируем с помощью Projectile. Добавим девайдов, Ctrl-D, и погнали. Теперь уже смотрим на сетку. Кое-где вот это все выгладим. И немножко можно это опять углубить уже с нормальной сеткой. Вот так вот. Теперь ставим Move Topology. И вот так вот это все дело чуть-чуть подправим. Вот эту часть теперь выгладим и полепим немножко. Вот так вот. Уменьшаем кисть и вот эту часть чуть-чуть вминаем. Вот как вот тут вот. А теперь прибавляем, делаем чуть-чуть Draw Size поменьше и вот это все дело оформляем. Вот так вот. Теперь добавим вот эти скулы. Можно еще добавить их с помощью стандартной кисти, будет проще. Вот так вот. И немножко подкорректируем вот эту вот часть.
Так, мы немножко давайте поработаем вот этими впадинами. Вот эту вот часть давайте чуть оформим, где глаза. Вот так вот. И набросаем вот эти вот шерсть. И опустим череп чуть-чуть пониже. Уши подведем поближе. Опять же с помощью Morph Topology. И вот этот чайник чуть-чуть вот так вот опустим. Так. Вот такое что-то у нас получается, уже прямо неплохо. Сейчас немножко подберем вот эту часть, где зубы. Зубы сделаем, наметаем, и будет все классно. Чуть-чуть поработаем сглаживанием и немножко вот эту часть вот оформим. Так, еще нижнюю челюсть чуть-чуть доработаем. Прибавим ей немножко вот здесь вот объему. И кистью стандарт. Давайте порисуем вот эти вот полосы чуть-чуть. Интенсивность чуть-чуть побольше. Draw size поменьше. И вот так вот что-то оформим.
Так, чуть-чуть вот здесь вот сглаживанием поработаем. И прибавим, давайте сделаем зубы. Вот эту часть тоже можно чуть-чуть уменьшить. А вот здесь чуть-чуть прибавить вот так вот. И вот эту часть еще немножко можно оформить, докидать. Так, вот такая голова получается. В принципе, неплохо. Еще подогнать ее по анатомии, и все, в принципе, будет нормально. Вот эти вот уши ближе можно подтянуть. Заднюю часть чуть-чуть увести. Так, заготовка есть. Давайте ее теперь применим к телу. Чуть-чуть исправить потом нужно будет уши. Вот так. И немножко их округлить.
Так, делаем сохранение экспорт. Сохраняем как голова. Открываем наш проект. Так, делаем вот этот Make Polymesh. Открываем наш проект. И вот сюда добавляем с помощью Append вот эту вот голову. Ну и немножко подкорректируем ее с телом. Вот так вот. Вот такой вот вариант сделать голову. Все, всем пока, до свидания.